вот с этой стороны от дома. На эту трассу надо вытащить глину, а вот эти пни, думаем, ограду сделать. Редкие такие снимки. Домик бы не разрушил. У нас даже одна ветлина, такие корни
Конечно, она будет крепко стоять. На, мой, у меня начатый. На. А то этот много записал. Только на что пропустил сейчас, там довесен. Роман подъезжает. Опять зацепили. Вот, за этот корень. Потому что он возле дома, он его не может свалить. Сломала ветку-то, а мы понадеялись. Это Светлана, ломкая. Все вырвало у нее. Надо было за тот большой корень, наверное, обматывать. Куда он? Что-то спит? Ветла, она же ломкая, вот эта ломка. Ломка, так он ее бил, за сколько, он перерубил ее. Ну да. Я потом она... Что, он переедет сейчас? Ну давайте тогда надо. Я отцеплю тогда, я давайте. Я не пойму его действия, что он хочет ее опять. Не знаю. Сказать не надо, подожди. Подожди, ты не Вот он ее взял. Вот, сорвалась. Или сорвалась. Че она? Сорвалась. Порвала. Чтобы к ней попали. Давай вот тут. Вон заправка тут идет сегодня. Вон они, внучата бегут. Мальчика уберите! Уберите ребенка! Баба расторопная. К самой машине подпускает. Вот.
Давай. Так, я туда отпускаю. Это кто не нажал-то, выключил-то? Я или ты? Иди туда, на, снимай. Чтобы не попало это. Приезжали, бульдозер заправляли соляркой. Может, тебя сфотографировать надо?
Давайте сюда. Катим снег. Вот сюда вот. Прямо сюда. Ближе, ближе сюда. Вот сюда. Вот сюда вот. Вот. У меня. Поехали. Слава Богу. Оголился весь. Вон оттуда. Виктор, вот эту вот сюда вот. Видишь?